Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Надеюсь, вы уже подписаны. И сегодня мы с вами готовим очень вкусный клубничный пирог. И сначала давайте приготовим тесто. Нам понадобится сливочное масло комнатной температуры, мука, сметана, разрыхлитель и сахар. Берем сливочное масло и еще раз обращаю ваше внимание на то, что сливочное масло должно быть размягченное. Пожалуйста, достаньте его из холодильника примерно за час до приготовления. Затем масло растираем с сахаром. Это можно сделать с помощью обычной столовой ложки или с помощью миксера. Когда масса слегка побелеет, добавляем в тесто сметану и все еще раз хорошенько перемешиваем. Потом добавляем муку вместе с разрыхлителем и снова замешиваем тесто. Смотрите, я сначала мешаю тесто столовой ложкой, потом начинаю месить руками. И я как будто бы просто растираю тесто в крошку. Затем собираю его в такой вот небольшой шар, накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник. В холодильнике тесто должно полежать 30 или 40 минут, а мы пока займемся начинкой. Для начинки нам понадобятся ягоды, сметана, сахар, мука и яйца. Берем хорошо промытую клубнику и отделяем от нее хвостики. Кстати, хвостики можно не выбрасывать, а засушить их и потом сделать из них очень вкусный чай. Дальше в глубокой миске просто смешиваем сметану, сахар, муку и яйца. Яйца берем целиком, белки от желтков отделять не нужно. Просто все смешали, взяли самый обычный ручной венчик и перемешали до однородности. Вот такой вот сметанный крем у нас должен получиться. Тем временем наше тесто уже подморозилось, и теперь оно будет хорошо держать форму. Мы достаем его из пищевой пленки, выкладываем в форму для запекания и разравниваем руками. Можно, конечно, воспользоваться скалкой, но мне кажется, что руками это сделать быстрее, проще и легче. Ягодки клубники разрезаем на две части. Если они крупные, можно разрезать на 3 или на 4, и выкладываем их в форму. Я написала примерное количество ягод в описании, но на самом деле здесь нужно исходить из размера формы, и чем больше будет ягод, тем вкуснее. Ягоды можно класть не в один слой, а накладывать друг на друга. Когда все ягодки выложили, просто заливаем их сметанным кремом. Ставим наш пирог в разогретую до 190 градусов духовку и готовим примерно 40-50 минут. Посмотрите, какая красота! Мой муж просто обожает пироги с малиной и клубникой, и он сказал, что этот пирог вам точно понравится. Так что идите быстрее готовить, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал.